Прямо из Тренчтауна на Ямайке Боб Марли и Уэйлерс. Вот моя сущность. В Библии сказано, да будет музыка, да будут люди играть, танцевать и петь. Что это за музыка? Регги. Он мог позвать меня и попросить выгнать женщин из его гримерки. Я была его ангелом-хранителем. Представьте, родители все время курят марихуану и играют в музыку. Кто бы позволил своим детям с нами дружить? Ему пришлось нелегко. Отец всегда напоминал нам о Тренчтауне. Он никогда не запирал машину, он доверял людям. Боб Марли, представитель культуры Ямайки, вырвался на мировую сцену. Было видно, что он многого добьется. Я должен помогать людям. Я не хочу жить только для себя. Я живу для людей. Вы богатый человек? У вас много ценных вещей? Разве вещи делают человека богатым? Мне они не нужны. Жизнь — мое богатство. Да пребудет с нами любовь и процветание! Джа! Растафари! Селасия!